Тюменские взрывотехники уничтожили гранату времен Первой мировой войны. Опасную находку обнаружили жители Исетского района. На месте работали специалисты группы разминирования Росгвардии. Они и обследовали подозрительный предмет. Британская боевая осколочная граната «Милса» образца 1915 года со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу. Взрывотехниками ОМОН находка была уничтожена с соблюдением необходимых мер безопасности.